Всем большой привет! Это будет обзор массы для лепки такого вот пластилина Бабе. Мы взяли, купили пока два ведерочка по 200 грамм, двух цветов желтый и зеленый. И что нам говорит производитель? Что он не токсичен, что не содержит глютена и что не липнет и не оставляет крошечек. Действительно, все эти свойства есть. И самое удивительное, что действительно, в отличие, допустим, от нашего пресловутого Play-Doh, этот пластилин не сохнет. То есть, если где-то кусочки заваляются или какая-то созданная вашим ребенком красивая фигура, то ничего не испортится. Останется в целости и сохранности. Стоит метка 3+, хотя считаю, что под присмотром родителей можно и раньше. Можно использовать всякие геометрические фигуры, формочки с других наборов. Вот, что я хотела сказать. И довольно-таки интересный, заслуживающий внимания для тех, кто занимается развитием детей и в домашних условиях, и, может быть, в каких-то развивательных учреждениях. Этот пластилин довольно-таки интересный. Вот Глеб еще попросил сказать свои ощущения о этом массе для лепки. Ну, скажи. Очень похож на классический песок. Да. Еще его надо смешивать. Цвета ты имеешь в виду, правда? Да. Чтобы дольше послужил. Угу. Если смешать его с водой, то он может испортиться очень сильно. Так что с водой не смешивайте. Но тебе понравился, правда? Да. Так что сейчас посмотрите, как наши мальчишки играли. Мы рекомендуем покупать такой песочек, точнее массу для лепки для своих деток. Может занять на час. И больше, да? Да. Все. Вот так наши дети занимаются массой для лепки. Я уже взял пингвина. Бабе. Вот наш Боря сделал пингвина. Мне хороший был скелет. Это Глеб с Наумом. Вот так выглядят наши баночки. Угу. Интересно вам играть с такой массой для лепки? Да. Она не высыхает, остается навсегда. И ей очень весело играть. Потому что она сделана из шариков. Не из шариков, из песчинок. Абсолютно безопасная для детского творчества. И для головы. Тем временем прошел один час. Дети по-прежнему на своих рабочих местах играют с пластилином Бабер. Немножко расскажу о его свойствах. Такой необычные ощущения от него в руках. Он как пенетический песок. Да-да-да. Песочек напоминает, но в то же время сохраняет свою структуру, не деформируется. И им довольно-таки интересно лепить. Да, Лёва показывает, что вот надо показать его, то, что следы. Он следочки делал. Тут песок, а это что-то из генетического. Да. ТНТ. Тут Боря играет. Тут Глеба медитирует, приятные ощущения испытывает от жмяканья. Вот так вот он умеет делать песочек. Приятно, да? В общем, интересная штука. Будем покупать еще ведерки дополнительно других цветов. Пока купили два, желтый и зеленый. Но, как показала практика, пользуются спросом, поэтому купим каждому по пакетику еще, по ведерку. Да? Да. Да! Смотрите, как я делаю. Ух ты, паровозик прям с вагончиком.